Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшов Олександр Замула, керівник Київської обласної організації молодіжного крила ОПЗЖ. Вітаю нас в студії. Добрий день! Ну, одразу, як то кажуть, до справ. Нещодавно відбулася зустріч ваша з націоналістами, тобто ви намагалися роздавати маски, але націоналісти сказали, що ви роздаєте маски, які куплені за гроші Росії, Путіна. Да, они вообще сказали, что это чуть ли не маски Путина. Маски Путина, да, так, да, так. Да. Ну, на самом... Что малось на увазе? Чтоб Путин их носив и потом передав, как маски, які вже використані були, чи що? Ну, смотрите, да, вчера на нас было совершено нападение. Трое человек, неизвестных, в масках, подошли к нам во время нашей благотворительной акции, которую мы уже проводим на протяжении более 2 недель. За эти 2 недели мы раздали более 10 тысяч масок людям, всем нуждающимся. Почему? Объясню очень просто. Власть говорит, денег нет, но выдержитесь, масок нет, но выносите. Где взять маски, непонятно. Не, давайте так, маски были каким-то чудовым чином, они появились в Испании, какая-то поважная людина скорше за все трошечки заробила, а тепер, коли немає масок, то людей можна штрафувати. Це шикарний бізнес. Заробити, відправити. Ну, ладно, я перепрошую, що я вас перебиваю. Да-да-да. Вот. О контрабанде мы поговорим отдельно, потому что там мы все читаем новостные ленты, там написано, что и замешаны и слуги народа, и министерские чиновники и так далее. Но вернемся к нашему нападению вчера. Проводили мирную акцию, раздавали людям, видим, бабушка идет без маски, с марлевой повязкой, которую сама сделала, мы им вручаем, они говорят нам спасибо. Подходят молодые ребята, говорят, можно нам, пожалуйста, масочку? Мы говорим, да, пожалуйста, берите. Они говорят, поинтересовались у нас, что у вас за организация? Мы говорим, такая-то организация, молодежная крыло ОПЗЖ. Делаем добро, присоединяйтесь к нам. Может, что-то хотите, какие-то у вас предложения есть по инициативе. На что мы сразу же услышали категоричное отношение к себе, что мы оплот русского мира, что мы несем вообще разруху, мы сепаратисты. Ну и все вот эти клише, которые обычно навешивают на людей, которые пытаются как-то помочь обществу в сложившейся сложной ситуации. Конечно же, мы говорим, ребята, давайте, вы идите дальше, куда вы шли, мы будем дальше заниматься. Но они оказались настырными, начали выбивать у нас коробку с масками, выбили у ребят с рук маски, маски это упали, получается, испортилось более 100 масок, естественно, они уже в пыли, непригодны к использованию. Произошел физический контакт с ними, то есть они попытались как-то на нас надавить, но мы не испугались, мы, ребята, тоже как бы занимались спортом, занимаемся спортом, проповедуем здоровый образ жизни. Увидели прохожие всю эту ситуацию. И началась перепалка словесная. Один из этих националистов под маской ударил прохожего. Дуже гарно звучит националист под маской. Да, националист под маской. Ударил прохожего. В свою очередь прохожий не был робок, дал в ответ. После чего охрана Ноуса начала все ближе подходить. И уже стали разговоры насчет того, что нужно вызывать полицию. Ну и, как всегда, бравые националисты, которые рассказывают, как людям жить, только при слове «полиция» сразу вбега в кусты. Ну, естественно, они убежали. Люди сказали, что мы делаем хорошее дело. Продолжайте, ребята, мы с вами. На самом деле, это еще один маркер того, что вся та политика Петра Порошенко, которая была на протяжении 5 лет, когда не было нормальной молодежной политики, когда не было предусмотрено ничего для того, чтобы молодые люди могли себя нормально реализовать и найти в жизни, где-то там картины рисовать какие-то, заниматься спортом, автомобильным каким-то спортом, да чем угодно, господи. Все, что мы слышали, там живут негодяи, на Донбассе люди разговаривают на русском языке, нужно выходить на митинги и кричать непонятные кричалки. Но мы видим, что мы докричали, что у нас уже скоро, послезавтра страны может не быть. И продолжаем слышать эти кричалки от их пастырей. Понимаете? Более того, люди, которые к нам подходили, сразу было понятно, о чем он размовляет украинскую мову, чему не відповідаєш мені на питання українською мовою, во що ми йому говоримо, ребят, ну, ми прекрасно знаємо наш государственный, родной український язик, русский язик у нас в сім'ї, в быту, ми вважаємо, що ми граждане України,
Мы живем здесь, мы имеем полное право разговаривать на украинском языке. Вот что мы слышим? Да вы сепаратисты и так далее. И пытаемся объяснить, что, ребят, наверное, сепаратисты все-таки вы, потому что вы отделяете нас от таких же граждан, как и вы, с такими же правами. Опять нулевая аргументация, опять крики, возгласы. Ну и началось уже, скажем так, мракобесие с их стороны. Ну от хотілося б запитати наступне. Тобто націоналісти проявили деяку ініціативу до людей, які просто роздавали маски людям, які потрібні, яким це потрібно. А в принципі нам всім зараз потрібні маски для того, щоб не витрачати 17 тисяч гривень. А хочеться запитати, а от коли Верховна Рада прийняла закон про відкриття ринку землі? Чомусь я багато націоналістів там не побачив, які б сказали би, що це неправильно цього робити. Чи може це правильно робити? На вашу думку, як ви вважаєте, чому вони не відреагували на це? І взагалі ставлення до відкриття ринку землі? Ну, смотрите, вопрос ринку землі, открытие рынка земли, он однозначно неправильный. Прежде всего, потому что он шел с нарушением Конституции Украины, где четко прописано, что земля является собственностью украинского народа. Это статья 13-14 Конституции Украины. Все что, то, что происходило под покровом ночи просто-напросто новая коалиция, слух народа, Порошенко и голоса просто нас украла наше с вами имущество. Ну, это на самом деле настоящие бандиты. И как, вот наблюдая за всей ситуацией, что могу сказать? Никто не наказан за это. И наша организация, ОПЗЖ, руководство партии приняло решение обращаться в Конституционный суд относительно того, чтобы суд вынес решение, что данный закон был принят в противоречии Конституции Украины. Почему такая позиция? Потому что мы считаем, что если мы хотим построить правовое государство, то мы должны прежде всего заставить работать нашу основу. Это Конституция Украины. Относительно националистов, почему они не принимали участие в том, чтобы противопоставить свою точку зрения тому, что происходило в стенах Верховной Рады, отвечу просто. Никто не виноват, что у нас в стране сейчас маскарад, понимаете? Люди, которые носят маску клоунов, артистов разных, они на самом деле такими не являются. Они сейчас уже стали, по сути, соучастниками этого беспредела по дерибану земли. И мы видели, что как только был принят закон, то Запада, Всемирный банк, МВФ в том числе, сказали следующее, уже своему, по сути, карманному правительству и карманной коалиции в лице Порошенко, Голоса и Зеленского. Ребята, давайте теперь меняйте закон. А что в законе написано? В законе написано четко, что землю украинских граждан может купить компания, в том числе западными инвестициями, но не у непосредственно владельца, то есть пая, а у человека, который берет у них в аренду. То есть мы видим что? Что в сложившейся экономической ситуации, когда у нас режим жесткого карантина, когда люди сидят по домам, когда нету никакого комплексного подхода к борьбе с эпидемией. А все, что есть, это паника на самом деле у власти, которую они пытаются скрыть. И это выливается, по сути, в ужесточение и ограничение человеческих прав и свобод. Видите, в Конституции четко написано, что каждый гражданин имеет право ходить, гулять по парку. У нас ужесточаются условия карантина. Людям запрещают ходить более чем по 2 человека. Обязательно паспорт, права с собой. Но, ребята, у нас комендантский час или у нас все-таки свободная страна, и мы будем как-то применять решения, конкретные антикризисные решения для того, чтобы справиться с этой эпидемией. Потому что только в нашей стране вирус коронавирус смог поразить не только человеческий иммунитет, он смог еще поразить и экономику страны, инфраструктуру страны. И полностью все сферы жизни. Вы посмотрите, что творится. К нам вернулись зарубежане. Что им говорит правительство? Ребята, пойдете, класть дороги, плитки, работы для вас хватит. А почему они не говорят, ребята, вы там... В принципе, еще призыв может отбутися в армию. Конечно, конечно. А у нас что, разве закончен конфликт? У нас же там противостояние идет. Мы смотрим, наблюдаем обострение очередное, очередная гибель человека. Я хочу повернутися до теми, яку ви зачепили. Оскаржуватись рішення стосовно ринку землі. Ви дійсно вірите в те, що зараз правові механізми спрацюють? Смотрите, наша позиція партії, вона однозначна. Якщо ми хочемо побудувати правове державу, то правові основи повинні у нас працювати. Ми бачимо, що
Топтался регламент Верховной Рады во время принятия закона. Депутатов некоторых не было на местах. Они где-то ходили, о чем-то там говорили, смеялись, анекдоты друг другу рассказывали. В то время как просто-напросто хищнически воровалась наша земля. Почему Конституционный суд? Ну потому что Конституционный суд на сегодняшний день это по сути последняя инстанция, которая может все-таки еще остановить распад нашего государства. Потому что не будет земли, не будет нашего государства. Потому что все времена украинскую землю, украинского гражданина, украинца кормила украинская земля. Здесь у нас были и стада, и пастбища, здесь у нас были и предприятия, которых у нас сейчас по сути нету. Что у нас? Посмотрите на типичное украинское село. У нас сейчас фермер, украинский фермер, который оказался в таких условиях, что в случае открытия рынка земли он просто лопнет. А кто такой фермер сегодня в селе? Это человек, который создает рабочие места, у которого техника в кредите, у которого посевной материал в кредите, у которого ГСМ тоже в кредите. И сейчас у нас в преддверии посевной кампании, в преддверии того, что нам нужно будет собирать урожай, мы столкнемся с тем, что у нас открывается рынок земли, начнется дерибан, появятся новые местные церкви, а фермер, который на своих плечах тянет село, он просто лопнет. І що буде потім? Тим паче, нам треба звернути увагу на те, що у нас значно збільшилась кількість рейдерських захоплень майна. Да. І, в принципі, мабуть, на початку, це моя особиста думка, але на початку я би порадив би зайнятися цим питанням, щоб рейдери не мали можливості захоплювати землі. А тут якось з іншого боку підходять. А ви посмотрите, що твориться. У нас що? У нас є законодательні ініціативи в парламенті лежать від різних фракцій. Провласних, я имею в виду. Относительно легализации частных военных структур. Вот они открыли рынок земли, сейчас они легализуют частные военные структуры. И что потом? Потом а-ля Порошенко, наворовавший у украинского народа миллиарды гривен, дает зарплату этим националистам, которые на нас нападают. И они становятся в кольцо вокруг какого-то фермерского хозяйства и говорят, это наше, и не пускают людей. И что потом украинцам быть? Становиться крепостными или брать виллы? Что им делать? Понимаете, вот в какой ситуации мы оказываемся, это очень страшно на самом деле. Ну а как вы, ну взагалі, стосовно пана Порошенко, просто мы много чули висловлювання стосовно того, що він за його справи може сісти у тюрму. Наш президент навіть в цьому році нагадував Верховній Раді всім, що вже календар, дивіться, весна прийшла, тобто треба саджати, що ви тягнете. І от зараз ми побачили цю коаліцію, я хочу до неї знов повернутися. Як ви вважаєте, наскільки довго ця коаліція буде існувати? І чи повернуться до розглядання справ Петра Олексійовича Порошенка? Ну, насправді, ця коаліція, я вважаю, це позором. Позором для всіх її учасників. Что относительно за команды, ну они просто-напросто предали интересы своих избирателей. Потому что 31 марта, ровно год назад, был первый тур президентских выборов. И страна голосовала не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Она голосовала за остаточно прощевая вот этому режиму Порошенко. Что мы увидели? Зеленский спелся вместе с Вакарчуком и Порошенко. Понимаете? В сессионном зале. Порошенко это тот еще человек, которому без разницы он за деньги, мы видим, родину продаст. По сути дела. А Зеленский, тот человек, который нам обещал, что он положит край всему этому, что будут весной посадки. Ну, вторая весна, ребята, мы видим, что на самом деле посадки идут на потоки своих людей. Мы видим, что Лещенко во время пандемии, во время того, что у нас карантин, он спокойно получает в наблюдательном совете себе выплаты более 300 тысяч гривен. Это нормально? Ну, может, действительно посадки відбулися, але это посадки людей по квартирам. Да. И зараз, да, мы спокойно посадили всех по квартирам и сказали, смотрите новости, читайте анекдоты, все у вас будет хорошо. А тем временем у людей заканчиваются банально деньги. Вот давайте, что будет через месяц? Куда люди пойдут? Хоть одно рабочее место было создано? Нет. Вспомню, что говорил недавно Гончарук. Мы создадим более 1000 рабочих мест. Ну так он не встиг, его так скоротили швиденько. Так. Так вопрос не в том, что он успел или не успел. Вопрос в том, что система, в которой он находится, которая позволяет говорить такие громогласные заявления, она же, это ее сущность, понимаете? И завтра, сегодня пришел другой человек на его место. Что мы видим? Раз он продолжил правильную инициативу, безусловно, правильную инициативу создания рабочих мест, он продолжил ее? Нет. Что он нам говорит? Ребята, сидите дома, Пасху мы вам отменяем, в церковь ходить нельзя, уже помолиться людям запрещают. Что будет дальше?
Знаете, как анекдот, собаки на нас смотрят и говорят, люди, вот это да, раньше нам гавкать запрещали, а вам теперь даже слово сказать нельзя. Ну да, от хотілося б зараз просто трохи подивитися на досвід боротьби з коронавірусом, досвід інших країн. І на що я звернув увагу, це на поведінку скандинавських країн і Білорусі. Тобто, батько Лукашенка взагалі не звертає увагу, в принципі, на коронавірус, а скандинавські країни, вони кажуть, що, розумієте, на наш погляд, кількість людей, які в випадку цього карантину загинуть від бідності, більше, ніж кількість людей, які загинуть, наприклад, від коронавірусу. Як ви ставитесь до такої позиції? Я вважаю, що в тих країнах, де... Как вы сказали, идет адекватная реакция относительно эпидемии, это абсолютно правильная позиция. И наша партия в том числе призывает власть идти этим путем. Более того, мы представили антикризисный план, где мы четко указали, что первое, что нам нужно сделать, это возобновить санитарно-эпидемиологическую службу, потому что при Порошенко она же была разрушена. Супрун до сих пор сидит в министерстве. Более того, ей удалось убрать министра здравоохранения Йенса и поспособствовать становление на эту должность Степанова. Вопрос у меня. Почему Супрун не отправили в Италию спасать мир от коронавируса? Ну, если она такой высококлассный специалист. Непонятно. Ну, треба было бы нам задать такое питание, чему ее не отправили в Нью-Йорк рятувати Америку, яка вышла на первое место по... На ее родину. По кількість людей, які захворіли на коронавирус. Совершенно верно. А относительно того, что вы говорите, в других странах, в том числе вы привели... Классный пример нашей братской страны Беларуси, против которой украинская власть додумалась присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Но это просто маразм, ребята. Ну вот смотрите, у нас 45% ГСМ идет с Беларуси. У нас, в конце концов, мы уже импортируем картофель, мы не выращиваем на нашем черноземе картофель, понимаете? Зайдите сейчас в сельпо, чеснок с Китая, огурец с Турции, помидор с Турции, то он пластиковый, как баскетбольный мячик прыгает. Ну, куда мы катимся? Мы полностью убили наше село. Относительно реакции батька в борьбе с пандемией, он абсолютно четко сказал, если мы остановим фермы, если мы остановим сейчас заводы, кто будет работать? Нет такого вируса, который человечество не может побороть. Нет. Сегодня власть нам рассказывает, какой он страшный, рассказывает, что угроза просто неимоверных масштабов. Да, безусловно, угроза есть. Но эту угрозу можно победить. Эту угрозу можно победить конкретными шагами. Первое – это убрать у всех чиновников выплаты и зарплаты и направить их на медицину. Обеспечить полностью население защитными средствами. Что мы видим? У нас они в аптеках есть? Нету. Где государственные резервы масок? Какой объем их на сегодняшний день у нас есть? Никто ж не знает, никто не ведет никакой учет. Мы только видим и слышим, что депутат Радуцкий поспособствовал тому, чтобы наши маски сначала поехали на экспорт в Китай, контрабанда, не контрабанда, неизвестно, но они вот туда уехали, а потом снова же к нам вернулись. Ему даже прозвище дали, не Радуцкий, а Крадуцкий, понимаете? Такой собирательный образ. И, в принципе, он, можно сказать, продолжает ту самую политику, которую проводила пани Супрун. Но вы вспомните даже его вот зашквары в сессионном зале, когда он говорил, нет, министром будет наш человек, Супрун мы отодвинем. То есть это депутат, который в силу своих харизмы, в силу своих каких-то связей смог под себя, по сути, подмять и оказать определенное влияние в министерстве. Так если ты депутат украинского народа, так действуй в интересах своего народа, а не в интересах Бенджамина Франклина. Это вот, я думаю, будет правильно. Потому что мы видим, что гривна, она у нас на ладан дышит, ребята. Что будет дальше? Мы резервы уже с Нацбанка кинули на то, чтобы погасить инфляцию. Но у нас прогноз, снова рост на 20% инфляции в следующем году. Вы посмотрите дальше, дефицит госбюджета. Что мы увидим в сентябре? Вы посмотрите на систему образования, которая пострадала из-за бездействия власти в борьбе с коронавирусом. Дети, у которых 9-11 класс, у них экзамены, как они подготовятся к вступлению в ВУЗ, вступлению в другое учебное учреждение, когда они просто-напросто предоставлены сами себе. Разве у нас есть конкретная система дистанционного обучения детей? Нет. Разве у нас есть онлайн какие-то репетиторы, учителя? Нету ничего. Они предоставлены сами себе. Более того, им даже сейчас говорят, сидите дома. Благо, что есть возможность смотреть на телеканалах Ньюзван 112, в том числе обучающие программы, которые сейчас есть для детей.
А по факту, если мы посмотрим на систему образования, которая у нас вырисовывается, то что мы видим? Люди, которые выпускаются с вузов, они же себя здесь не находят. До этого они ездили все за границу, до этого они становились там заробитчанами. И молодые люди думали, да побыстрее бы удрать с этой Украины, понимаете? А сейчас что мы будем видеть? Они просто-напросто в шоке. Они понимают, что завтра, они не понимают, как жить. Потому что если они слышали от родителей рассказы бурных 90-х, то сейчас эти рассказы им покажутся легкой сказкой. Потому что в 90-х можно было заработать, в 90-х можно было что-то продать, как-то прокормить семью. А сейчас куда пойти людям работать? Сейчас карантин закончится, на очередь на одного водителя в троллейбусе будет 100 на одного. Куди дітям йти працювати? Куди студентам йти працювати? Непонятно. Ну, будемо сподіватися, що оцей, скажімо так, негативний прогноз, він не збудеться. Щось буде, знаєте, як життя щось цікаве для нас придумає. Це по-перше. По-друге, стосовно того, як вкладатися, що з грошима і гривня падає. Дорогі друзі, будь ласка, вкладайтеся в імбір. Дякую за цю розмову. А ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Был опубликован доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Он называется «Ответственность за убийства и насильственные смерти во время протестов на Майдане». В этом документе перечисляются преступления, которые не раскрыты. Кроме смертей активистов, которые украинская власть расследует довольно активно, скажем, ООН упоминает и людей, погибших от рук майдановцев. То есть те дела, которые в силу политической конъюнктуры, существующие, не расследуются вообще. Речь идет, к примеру, о гибели сотрудника киевского офиса партии регионов, которые сожгли радикалы. Подозреваемые, я напомню, по этому делу не установлены. Также упоминается об убийстве 7 милиционеров в промежуток времени 18-19 февраля в Киеве 2014 года. Подозреваемые также отсутствуют. По событиям 20 февраля на улице Институтской в Киеве ООН пишет, что с 8 до 9 часов утра в этот день убили двух правоохранителей. И в следующие полчаса еще двух. При этом миссия ООН четко формулирует, что майдановцев начали убивать с 9 часов утра. То есть уже после того, как расстреляли первых милиционеров. Как мы неоднократно говорили и ранее, именно такая последовательность убийств и указано в материалах дел по Майдану. В уголовных делах, которые расследовались украинской генпрокуратурой, но так и не были доведены до конца. ООН также фиксирует, что по убитым активистам-майдановцам в этот день подозреваемые есть, а по убитым милиционерам подозреваемых почему-то нет. Хочу отметить, что следствие на самом деле давно уже установило всех подозреваемых. Об этом активно говорила Елена Лукаш, Андрей Портнов, и мы все это показывали в наших блогах, посвященных группе Поросюка, стрелкам. И попытка вручить подозрение тоже на самом деле была. В 2018 году под стражу пытались поместить одного из стрелков, Ивана Бубенчика. Но тогда власть Порошенко и майдановцы его отбили и подвели под закон об амнистии, который ООН в докладе, о котором я говорю, прямо требуют отменить. Среди основных препятствий к расследованию резонансных преступлений во время Майдана в документе отмечается так называемый закон о неприкосновенности, который не позволяет расследовать убийства правоохранителей. Собственно, миссия обращается к властям Украины с предложением отменить этот закон, а также изменить процедуру заочного производства, который позволяет полностью пересмотреть приговор после задержания обвиняемого. После появления этого доклада в Госбюро расследований, а я напомню, что дела Майдана передали именно в Госбюро расследований, в этом ведомстве сделали заявление. Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протеста в революции достоинства. Поэтому бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе. На сайте Госбюро
Мосбюро перечислили все условия ООН, включая отмену закона о неприкосновенности майдановцев. Подобная позиция у этого ведомства была и ранее, когда им руководила теперь уже генпрокурор Ирина Венедиктова. Это тот закон, который действует сейчас. Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливости и честного расследования, то этот закон нужно отменить, говорила Венедиктова в годовщину убийства на Майдане 20 февраля. Похожую мысль она выразила и когда выступала за трибуной Верховной Рады 17 марта этого года, когда была назначена генпрокурором. Что касается закона, как вы его называете, об амнистии, если вы правильно прочитаете закон и увидите соответствие этого закона уголовно-процессуальному законодательству, у вас также возникнут определенные вопросы. Поэтому давайте будем честными здесь, в парламенте. Или мы признаем тот факт, что суды в своих решениях тоже обходят нормы закона, поэтому правоохранительные органы должны или выполнять уголовно-процессуальное законодательство, или закон. Итак, речь идет о законе, который приняла Верховная Рада Украины 21 февраля 2014 года и который подписал тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Закон называется «О недопущении преследований и наказаний лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний». И вот главные пункты этого акта, мне бы хотелось их вам напомнить. Все лица, которые принимали участие в акциях протеста на Майдане с 21 ноября 2013 года, освобождаются от уголовной ответственности по десяткам статей при условии, что инкриминируемые деяния связаны с акциями протеста. Среди этих статей диверсии, все виды телесных повреждений, включая тяжкие, разбой, уничтожение чужого имущества, автомобилей, насильственный захват власти и так далее. Нет в списке только статьи убийства, по-моему. А ниже эти вышеупомянутые люди освобождаются от административной ответственности. Также закон касается и подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Статья 9 закона предписывает правоохранительным органам уничтожить все данные на майдановцев. Цитирую, запретить сбор, регистрацию, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение, реализацию, передачу персональных данных лиц, которые были участниками массовых акций протеста, которые начались 21 ноября 2013 года, которые были получены в связи с участием этих лиц в акциях протеста. Эти персональные данные подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке. В общем, такой себе закон. Индульгенция. Ты насиловал, грабил, ну разве что не убивал, захватывал власть, сжег автомобили. На Майдане ты это делал? А, ну тогда иди с Богом. Иди, брат мой. Тут очень важный момент, что убийство умышленное, это 115-я статья Уголовного кодекса Украины, что неумышленное убийство, это 119-я статья, под амнистию не попадают. Поэтому подозреваемому по 115-й статье Бубенчику сначала переквалифицировали подозру на статью 348-ю посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и статью 263-ю часть 1-ю это незаконное обращение с оружием. А эти статьи как раз таки подпадают под амнистию. Вот так. Тем не менее, по данному эпизоду видно, что даже при наличии закона об амнистии за убийство милиционеров судить и сажать можно и нужно. Уже давно было это сделать, но хотя бы прямо сейчас. Давайте. Вопрос на самом деле в политической воле, и всегда стоял именно этот вопрос. Тем более, как я уже говорила неоднократно, все фигуранты дела из списка Поросюка установлены пофамильно. Разумеется, что убийство это не единственное, что происходило на Майдане. Там действительно, как мы помним, сотнями избивали и ранили милиционеров, крушили просто имущество, незаконно использовали оружие. И продолжать на самом деле по нарушениям и преступлениям можно очень долго. И отмена закона об амнистии позволит в теории привлечь всех этих людей к ответственности. И отмена закона об амнистии в теории, конечно, позволит привлечь виновных
к ответственности. Но главное это, конечно, убийства. Повторюсь, их можно было расследовать и за это наказывать, даже не отменяя закон об амнистии. Но прошло уже больше, чем полгода с тех пор, как Зеленский внес своего, скажем так, генпрокурора в Раду. Я напомню, это был Руслан Рябошапка, если вы забыли. Но никаких попыток приоткрыть эту завесу не было. Пока их, конечно, не делает и новая генпрокурор Ирина Венедиктова. Что достаточно красноречиво говорит о том, будут ли расследовать остальные дела, даже если амнистию, подписанную Турчиновым, отменят. Тем не менее, сама по себе позиция ГБР и генпрокурора уже является определенным шагом вперед. Правда, конечно, неизвестно, последуют ли за этим какие-то практические уже шаги. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні в гості. Сподіваюсь, це не в останній раз. Дорогі друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ, топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah. Ah.